То, что сегодня произошло, я только узнал, ну, я прошу прощения, я обыкновенный солдат, я нес свою службу. Когда я узнал, что Геннадия Олеговича Горбана арестовали, я до сих пор не могу понять, на каких основаниях. Что же вы делаете? Человек, который помог спасти страну, вы его арестовываете сейчас безосновательно. На подложных обвинениях. Что вы делаете, господин Порошенко? Это ваши опричники сейчас рушат демократию. Это вы являетесь тем, кто пытается вернуть в Украину самые страшные времена, когда каждый из нас не имел права. Что делаете вы, господин Порошенко, сейчас?